Всем привет-привет, с вами Флешка, и это Женские игры, и мы продолжаем развлекаться на сборочке Modern Skyblock 3. И пока моя эта странная штука собирает хаос, кстати, очень медленно сжирает уголь, вот этот блок угля, и что-то делает, что-то у нее там происходит. В результате нам должно 16 штучек получиться. Ну, буду удвояивать, пока не наудвояиваю. Достаточно, чтобы поставить этих штук несколько. Потому что сеять я его катастрофически не хочу, так что пускай себе делает. А сегодня мы попробуем, посмотрим, попытаемся. Понимаете, что ни одного утвердительного слова. Мы просто попробуем, что такое псай. Меня не импортируют. Пугали, зашугивали и вообще говорили, после этого ты точно сборку кинешь. Это какой-то ад адский. И вообще, соглашусь, непонятно. Я открываю ней по этому моду, как бы и ничего не понятно. Так что положимся на книжку заданий, хотя бы так. И на внутриигровой вот такой вот мануал по псаю, который у меня на данный момент по буквочке С вызывается. Английской С. Вот. Давайте посмотрим, что это за зверь и что с ним делать. Нам предлагают сделать Rod Constructor и Iron Rod Frame. Я начинала смотреть обзор Зига по этой радости. Но это у него на 1.8 и... Может, есть какой-то более новый. И там чутка все отличается. Попробуем, как есть. А если что-то пойдет не так, мы знаем, где досмотреть, дочитать и досоветоваться. Итак, Rod Constructor. Ну, как бы понятно, что для того, чтобы крафтить палочки, да, нужно золото, пистоны, золото. И что еще? И брусья. Брусья вот это самое ценное. Сейчас у меня точно есть. Вот у меня есть такие брусья. Я думаю, они тоже сойдут. Одну штучку такую. Жмак. Готово. Также мне предлагают сделать Iron Rod Frame. Iron Rod Frame. О! Хорошо. Не знаю, надо будет ли нам таких много или нет. Посмотрим. Есть еще Gold Rod Frame. Призметал. Эбонитовый. Айвори. Ну, типа слоновая кость. И еще какой-то креативный. Хорошо, начнем с железного. Не будем бежать впереди паровоза. Супер. Мы что-то таки да сделали. Замечательно. Чем нас вознаградят за старания? Конечно же, хламчиком декоративным из ботаний. Кто бы сомневался. Что нам предлагают дальше сделать? Вот. Нам предлагают вот этим родом, вот этой палочкой, просто пульнуть по редстоуну. Интересно, а можно ли пульнуть прям по целому стеку редстоуна? Потому что я жутко жадная девочка. Я так понимаю, что его надо как-то зарядить. Наверное. А, его просто надо вот переключить. Он теперь мерцает. Ей! Так, жмакнем. Ой, а теперь убрать с рук. А теперь нажать С. Смотрите-ка, у нас открылся туториал. Все сходится. Еще говорили вот тут нажать. Тут вступление в мод. Возможно, это когда-нибудь прочитаю. Возможно, но это не точно. И вот есть по уровням прям 24 уровня. Ху-ху! Ху-ху! Супер! У меня есть пылька. Все, я довольна. Fluid Pressure Gun. Отстаньте! Еще какой-то Factory Tech. А еще почему я могу стрельнуть? Я могу по железу стрельнуть и получить розовенькие эти? Нет, не могу. Видимо, они как-то по-другому добываются. Да, видимо, как-то по-другому. Хорошо, что говорит книжка? Книжка нам дальше говорит Casting Spell.
Spell Inscriber и Spell Knot. Предлагают мне сделать. Делается из пыльки, золота и Empty Map. Воу, наконец-то где-то эти Empty Map'ы пригождаются. У меня точно есть. Точно есть. Мои сумочки производят эту фигню с невероятной скоростью. Осталось только найти. Кстати, я вот чем больше пользуюсь этим сундуком для открытия сумочек, я тут для себя пришла к одному очень важному выводу. Что все самые необходимые вещи, ради которых, собственно, открываете сумочки, например, вот у меня это лотосы. Лучше их сверху расположить и забирать не все до последнего, а оставлять один. Вот лотосы у меня здесь лежат. Надо будет сюда еще эмеральды, алмазы вынести. Ну, в общем, то, зачем я обращаюсь чаще всего. Чтобы далеко, далеко не шастать. Так, давайте сделаем этот Spell Inscriber. Ну, понятно, это столик, в котором мы будем записывать заклинания. Это ж логично, правда? Логично. И также предлагают нам сделать Spell Note. Это с бумажкой. Пылька и бумажка. Не знаю, надо будет много таких. Давайте сделаем штучек 5. Странное количество для Майнкрафта, но почему-то мне вот так захотелось. Ой, они не стыкаются. Итак, книжка мне говорит, что в столике мы будем программировать заклинания. Заклинания будем записывать на вот эти спелноды, которые будем вставлять в наши палочки-пулялочки. И мне предлагают сделать более крутой спелвант. И знаете, я совершенно согласна. И какой я себе могу позволить? Я могу себе позволить вот такой вот. Эбонитовый еще не могу, а вот такой через... А, не могу, там слиточки. Я, честно говоря, к слиточкам еще не готова. Ну, давайте тогда постепенно. Хорошо, хорошо. Уболтали. Будем делать это постепенно. Сделаем золотой. Я так полагаю, что его опять-таки сюда надо закинуть, чтобы он как бы превратился, да? И если я теперь кину железяку... Нет. Так. Мне говорят, что я у себя могу держать только одну палочку. Нет, железо оно не хочет. Возможно, там золото? Давайте один попробуем. Нет. Нет. Давайте попробуем золото. Все любят золото. Нет. Видимо, все не так просто. Так, я это сделала. Награду забираем. Палочку чутка лучше. А что не так? Ох, ой-ой-ой-ой-ой. Humble Rod Cracks. У меня такое ощущение, что я что-то призову сейчас. И не факт, что что-то хорошее. Так, мне надо редстоуна. И свободный столик. Итак, какой-то Humble Rod Craft. Humble Rod Cracks. Complexity. Чё это? Минор рот ночь. Это, наверное, какие-то апгрейды для нашей палочки. И glowing rod source. Так, glowing rod source. Есть. Супер, супер. Мы это сделали. И я полагаю, что мы должны как-то прокачать. Ага, нам надо уровень поднять. Когда мы достигнем 10 уровня в Псае, тогда я смогу превращать золото в призметалл. Хорошо. Хорошо. Это ж сколько мне надо редстоуна превратить? И еще вопрос, где я вижу этот уровень? Зачем мне столько этой пыли? Я не знаю. Так, жмакаем на убрать из рук палку и тогда жмакать на С. Мы сейчас левел 1. Поинтов у меня 1. Итак.
Что нам надо сделать? Туториал нам говорит, что нужно как бы заклинание писать. Ребята, вы тут не в бирюльки собрались играть, а надо писать заклинание. И для уровня 1 у нас есть... Я даже не знаю, как это назвать. Я не знаю, с чем это сравнить для себя. Это как блок схем писать, и вам постепенно дают новые блоки со своим функционалом, и вы должны писать блок схему с использованием этих блоков. Что я узнала, что то, что подчеркнуто красненьким, это обязательно, чтобы завершить этот уровень. Конечно, они тут описывают, как это все делать, но знаете, такое себе. И оказывается, рот, который у вас есть, его можно разложить и опять сделать рот фрейм из него, чтобы потом апгрейднуть теми штуковинами, которые нас заставили скрафтить. Каждая штуковина повышает какой-то параметр. Complexity – это как бы уровень сложности самого заклинания. Bindways – это насколько много блоков может быть в ширину или в длину. И еще, собственно, батарейка, которая повышает вместительность вашей палочки энергии. В принципе, полезная штуковина. Первая дает всего лишь 100, вторая 200, третья 400. Ну, так себе. Ну и с каждым уровнем мы повышаем свою энергию. Хорошо, давайте сделаем этот прокачанный. И им буду пользоваться. Вот, у меня сейчас энергии 200. Это замечательно. Теперь предстоит написать первое заклинание. Я почему-то думала по простоте душевной, что можно просто до опупения пулять на Redstone, и вы нагриндите себе уровни. Нет! Нет! Нужно проходить по вот этим этапам. То есть, чтобы сделать следующий слиточек, который по заданиям нам надо дойти до 10 уровня. Для этого надо пройти вот все эти уровни. Я не знаю, это что, разные вот эти штуки надо поиспользовать, потому что, видите, 6, а потом сразу 10. Хорошо, давайте, начнем с самого первого. Я очень плох в этом, прям катастрофически плох. Хуже меня в этом вообще никого не может быть. Мне пришлось, кстати, мою кнопочку, я все ненужные кнопки, хоткей, на delete кидала. И оказалось, вот, наконец-то, нашла коса камень, на камень нашли мод, в котором delete нужен. Хорошо, к счастью, есть куча умных людей, которые пишут эти заклинания. Я уверена, что можно где-то нагуглить и просто себе накачать. Для первого, второго, третьего, пятого уровня каких-то полезных заклинаний. Я думаю, что я это тот вариант. Потому что, извините... Я и программирование просто несовместимые вещи. Просто несовместимые. Как я это в университете сдала, это чудо чудесное. Причем хорошо сдала. Ну, в общем, видимо, там слишком просто было. А Майнкрафт посложнее будет. Мы можем экспортировать как бы в буфер обмена и импортировать с него. Замечательно. У нас здесь стоит крестик. Нет никакого заклинания. Типа, до свидания, дорогая, ты ничего не накастуешь. Правой кнопкой на окошке и начинаем составлять. Select Caster, это будем мы. И второе, что у нас из доступного, зажимая Shift, это For Testing Prints Out the Target. То есть оно говорит нам, где находится наш таргет. Окей. И теперь, вот у этой нету никаких дополнительных настроек, а у этой уже есть. Нам нужно ввести, кто наш таргет, о ком мы будем выводить информацию. Вот. Обо мне будем выводить информацию. И здесь, кстати, вот у нас параметры, те, которые мы прокачали в нашей палочке, вот этими всеми дополнительными штуковинами. Вот я сейчас заклинание могу сделать максимум на 5 клеточек, либо так вот. Оно может быть, например, на 2 клеточки, но максимум на 5. Либо же даже 5 на 5, все равно все заполнить. Это еще то удовольствие, прям сразу вспоминается... Решение головоломок этих из Таумкрафта. Хорошо, у нас есть вот эта фиговина. Дальше что надо сделать? Просто пкмнуть пустым буллетом по столику. А дальше вложить этот буллет в наш посох. И вот эта штука Notches, которую мы делали, вот эта, она дает именно вот ширину заклинания и количество заклинаний в одном пистолетике. Максимум сколько мы сможем? 8, вот все это окошко, да? Нет, тут больше. 9.
Странно. Хорошо, забрали. И все. О, господи, магия произошла. У меня в чатик написала, где я нахожусь. Даже мир написала. У меня мир называется ВГ, флешка ВГ, координаты, прелесть какая. И сколько я бы дальше не пимкала, кстати, оно как-то совершенно ничего не тратит энергии. Уровень я не прокачаю. Нет, никакого гринда, к сожалению. Чёрт. Чёрт. И можно это заклинание уже вытаскивать, потому что оно мне не нужно. И вот теперь, если книжка обучающая нас просит нажимать на буквочку С, когда у нас ничего нет в руках, то пистолетик это другое. Дальше у нас открылся второй уровень. Константанта и коннектор для продвижения заклинания. Продление, соединение удаленных частей нашей блок-схемы. Давайте я буду это блок-схемой называть. Блоки, ну, а общее заклинание это блок-схема. Я знаю, что это еще больше всех запутает, но в общем. Так, заберу отсюда это заклинание, мы будем его переписывать. Переписывать. У нас не так много получилось этих штук новых. И обязательно я должна выбрать константу. Давайте выберем константу. Текст, который будет выводиться, сюда поставим нашу константу. Напишем здесь число 18. И скажем, что ты еще берешь число вот здесь снизу. Кажется так? Кажется так. И давайте это запрограммируем на нашу булету. Зиги умничка. Зиги вообще очень хорошо это объясняет. Так что обязательно идите и смотрите, потому что... Ей, уровень 3! Супер, супер. Продление даже не буду смотреть. Да ну его. Ой, я опять перезаписала. Значит, сначала надо зайти в книжку и нажать, что мы выучили. И у нас новые блоки к нашей блок-схеме. Это Add Motion. Add Motion. Мы добавляем движение нам. Хорошо. Это прям самое сложное, что только может быть. Теперь, держа в руках наш пистолетик, давайте я ему верну заклинание. Держа в руках пистолетик, нашу палочку-пулялочку, когда зажимаем С, у нас окошко выпрыгивает. Почему оно сейчас только на 4? А, потому что моя палочка только 4 может в себе вмещать заклинание. Хорошо, хорошо. Итак, у нас есть заклинание, которое просто показывает нашу позицию. Давайте мы удалим. У нас теперь есть куча всяческих этих. И обязательно использовать мне что надо? Мне обязательно надо Add Motion использовать. Добавляет движение к Entity. Ставим сюда. Add Motion. Хорошо. Ему нужен target, direction и скорость. Так? Кто будет двигаться? Я буду двигаться, да? С какой скоростью я буду двигаться? Например, скоростью 2 я буду двигаться. А вот вопрос, куда я буду двигаться? Вот, и у нас есть такой entity look. Почему нельзя просто сказать на север, то есть куда бы я ни смотрела? Потому что вот если entity look, то нам entity look надо сказать какой entity, и здесь уже будем соединять. Мне плохо видно эти штучки. Вот он отсюда берет, да? А ты отсюда. Куда я смотрю, туда я должна двигаться со скоростью 2. И я это назову move. Назову move и перезапишу мою буллету. Но она у меня все равно debug называется. Не знаю, что так. Я все правильно написала. Ну, то есть, а я неправильно написала. У меня не сошлось. У меня есть проблема. Вот, speed я не указала. Видите? Вот. Я ее поставила, но не указала. Так, достаем.
Перезаписываем. О, и теперь и название изменилось. Флешка и внимательность. Сейчас. А, еще не посмотрела стоимость нашего заклинания. Я могу так посмотреть? Нет. А, здесь. Стоимость заклинания 400. Воу-воу. А сколько у меня всего в сети? 600. Хорошо. Ей! Видите, какое движничковое. Сейчас 400 наберет. Я... Пау! Я прям скольжу. Красота! Красота, прошли этот уровень. Фух. Следующее. Что нам добавляет? Добавляет бадабум. Отлично! Entity position. Оператор вектор. Error suppressor. А что такое error? Suppress errors. Подавляет ошибки. Интересно. Интересно. Короче, ребята, это тьма тьмущая. Я сейчас посмотрю, есть ли какие-то ресурсы, на которых можно взять для каждого уровня по заклинанию. Это было просто бомбически. К моему огромному разочарованию и никакого прям такого комплексного, прям что было, знаете, все заклинания для туториала из пса я не нашла. Видимо, мне одно это надо. Да. Но есть очень много на Reddit полезных заклинаний, которые прям вот в игре очень и очень пригождаются. Возможно, мы потом их оттуда надыбаем. Ну, окей. Окей. Давайте выучу это. Наверное, чтобы это больше разобраться, надо было бы посмотреть. Ну, в общем, так. Давайте это удалим. Это, например, сила взрыва будет. А где он будет взрываться, вот это хороший вопрос. Где эта штука взрываться будет? Это здесь будет power. А position? Нам нужна позиция, где оно будет взрываться. Вот. И позиция мы можем Entity Look, Entity Position от Motion. Давайте Entity Position. Или Look Position. Хорошо. Тебя тоже делитнем. Ди. Значит, здесь будет Position. Здесь будет лук. А здесь будет кто смотрит. Что я вытворяю, я без понятия. Но оно не будет работать. Не. Не так. Я вот здесь что-то сделала неправильно. Надо, наверное, наоборот. Было бы прикольно, если бы можно было перенести. Так, давайте сюда лук. Сюда позишн. Все равно. Теперь вот это. Entity лук не работает. Потому что я не понимаю, что я делаю. Вот почему оно не будет работать. Потому что я не понимаю, что я делаю. Спасибо, Зиги. Я подсмотрела. То есть нам надо считать нашу позицию. Просто зачем? Чтобы узнать ее. А потом отсчитать, где мы хотим, чтобы взорвалось. Я не хочу, чтобы нигде взорвалось. Давайте здесь поменяем на единичку. Нет. Здесь константу поставим единичку. Вот. В принципе, все. Оно должно работать. Бадабум. Ну, такой маленький бадабум. Так, и запишем это на скролл. Наш на патрончик. И вставим нашу палочку-пулялочку. Есть. Хорошо, теперь зажимаем C и выбираем бадабум.
где я не хочу взрывать. Я нигде не хочу взрывать на самом деле. Но надо что-то. А давайте я себе просто каблы наставлю или не каблы. Давайте себе хоть что-то наставлю и буду это пробовать бахнуть. А то сейчас свалюсь в бездну. Я не хочу в бездну. Давайте попробуем стенку бахнуть. Аккуратно так. Вот, я что-то неправильно написала. Вот, я неправильно написала. У меня то ли позиция не считывается, то ли не туда смотрит. Короче, главное, что мне... То есть, даже если заклинание, ну, в принципе, неправильное, но то, что надо было использовано, то все нормальком. Так. Маленькие лентяюшки могут по этому поводу немножечко щитырить. Но вот эти заклинания... Ну, мув пускай будет, а вот это я точно уберу. Жесть какая. Жесть. А теперь еще хуже. Открылась еще куча переменных. Причем, вот смотрите, здесь про animals, entity. Что еще? Closest to point. Записывает в список ближайшие к точке entity. Entity motion, random entity, focus entity, add to list, remove from list. Это у нас одна часть этого всего. Дальше у нас идут операторы, вот математические. Absolute, inverse, ну, плюс-минус, это я осилю, хорошо. Только вопрос, зачем? Знаете, можно, наверное, там силу взрыва плюс-минус константа. Кстати, тут какая требуется? Плюс. Хорошо, знаете, что мы можем сделать? А я уже заклинание стерла. Давайте мы подобум. Я не могу его сюда... Я не могу его теперь сюда внести. Ха! Отлично. Давайте тогда простенько. Сейчас мы его возьмем. Вот этот. Выучим. И нам надо использовать сумму. Так, мы возьмем с вами человека. Нас. Возьмем trick debug. Да? И возьмем здесь константа. А, вот здесь плюсик поставим. Вот, все наоборот. Смотрите, вот здесь плюсик поставим. Так, плюсик. А здесь поставим одна константа и вторая константа. Поставим здесь 3. Здесь поставим 7. Тебе скажем, что ты берешь константу отсюда, а таргет отсюда. Но у меня ничего... А, потому что я здесь не выбрала. Вот, C у нас пойдет наверх, да? Нет, нам не надо. Уйди. B отсюда. Вот, супер. Оно должно работать. Сейчас. Флешка читерить. Самое простое, что только можно сделать, потому что... Ну, за что? За что? Добавляем это в нашу пулялку. Зажимаем C. Выбираем сум. Пиу! 3 плюс 7, 10, ура! И мы с вами получили 6 уровень. Юху, замечательно. Но дальше не все так просто. Вот, например, оператор вектора констракт. Констракт типа строит вектор с... Вектор движения, то есть использовать не вектор, куда ты смотришь, а вектор вот там. Оператор вектор сум, субстракт. Ужас! Просто ужас! А дальше только
хуже. То есть мы здесь возьмем 7, здесь возьмем 8, 9 и 10. То есть вот это все надо выполнить, чтобы добраться до 10 уровня, до этих слитков. Ребята, как я люблю говорить, ведьма будет страдать молча, в тишине, под уютные обзорчики Зига, чего и вам советую, потому что я не знаю, как это не программисту делать, проходить. Фух. Но сама идея мне безумно нравится, то есть вы прям можете себе прописать, короче, какое хотите заклинание, только оно бы у вас, вот в вашу энергию вписывалось, и все. Сейчас у меня 1200, это достаточно много, можно маленьких много накастовать. Пишите в комментариях, если у вас есть прям свои самые любимые-любимые, если вдруг вы находили где-то сайтик, где можно без проблем пройтись по всему обучению, то есть для каждого уровня есть заклинание минимальное, простенькое, лишь бы пройти обучаловку. Потому что, ну, не все тут программисты, не все тут математики. Есть люди, которые вон цветочки любят. Да. А на этом все. С вами была Флешка, и всем пока-пока.